конечно, я его не пробью, блядь. Ну, как он не светился, блядь! Эта хуйня отсталая умственно стояла вот здесь. Я клянусь, за всю мою историю игры в танке, когда я перепушивал вражескую базу путем выдавливания этой горы, никогда в жизни никто не оставался в этом кармане. И если кто-то, блядь, оставался на горе, он всегда тебя либо принимал вот здесь, либо стоял в этом кусту. Никогда в жизни, блядь, никто вот здесь не прятался. Никогда.